Я решила провести эксперимент, проверить, опухнет ли краска. Для начала покажу вам ее текстуру. Она неприятно пахнет, но зато густая. Я нарисовала контур рисунка и закрашенный рисунок на светлых тканях, на темных тканях и на джинсе. Два слоя. Затем прогладила с изнанки и... вуаля! На белой ткани сразу опухло, но на темной почему-то не захотела с первого раза. Поэтому я прогладила еще раз и, пожалуйста, все готово. Однако джинса не поддалась опуханию ни с первой попытки, ни со второй. Переходи ко мне в профиль, подписывайся и закажи свой первый роспись с опухающей краской.